Всем привет, дорогие друзья, с вами Ломбарди, мы продолжаем играть в Need for Speed Heat. И, к сожалению, ребят, прямо сейчас мы не можем идти дальше по сюжетной линии, так как надо, ребят, 23 уровень, а у нас всего лишь 20. Я тут вспомнил, что есть жаркая погоня. Я еще не смотрел, что это такое, поэтому, ага. Я думал, будет проще достигнуть 3-го уровня погони. То есть это мне надо сначала достигнуть. А ну, мент, иди сюда. Чё ты, ну? Иди подружимся. Зови друзей, нам нужен 3-й уровень погони. Хотя, в принципе, возможно, я даром в этом окаюсь. Поскольку там на 3-м уровне там приезжают корветы. Так, минус один. Слишком много повреждений мотора. Я все. Сейчас я покажу, на что способны такие, как я. Давай, давай, показывай. Я просто не хочу, ребят, далеко уходить от заправки, но хочу поднять уровень погони. Водитель Дождь к обочине. Уже. Чего, ты хороший клоун. Так, есть второй уровень погони, далее. Вы сами себя сделали, ребят. Я тут как раз был ни при чем. Отлично. Так, второй есть. Мы почти дошли до 3-го. Поэтому предлагаю еще пошалить, так сказать. И поискать копов. Либо не возиться, и сколько нам даст данный спринт? 3 копейками, да? Блин, не, потом ехать далеко не хочу. Тоже не хочу. Может, круг какой-то есть? О, есть круг, отлично. И потом как раз вернемся сюда, на эту отметку. То есть это спринт выходит, да? Спринт. Погони какой-то прям бешеный.
ну сейчас, то есть я просто хочу разобраться. Ну да. О, третий уровень погони мы сейчас с вами возьмем. О, вот и копы. Но уже, к сожалению, нет. Так, единственное, что я не взял там, да, у нас, я все время забываю, там есть какая-то экстра подкопов, там все остальное, то есть всякие плюшки, которые я, к сожалению, почему-то не использую, а надо. И как раз погоня еще. И сейчас мы. Сейчас мы дойдем как раз до третьего уровня. И посмотрим на тот спринт, что он нам предлагает. Главное дожить. До этого всего. У меня осталось всего два ремонта. Нам бы еще потом как-то уйти с этого всего. Так, у нас последний круг, и у нас еще один противник впереди. Ну, в принципе, ладно, получим чуть меньше репутации, но все-таки хотелось бы взять именно первое место. Попотеть, но прийти первым. Твою дивизию. О, он тоже врезался, отлично. Коп, иди отсюда. Копа не снесли. Уровень погони 3, отлично. Второй, блин, он буквально чуть-чуть меня опередил. Ладно, я предлагаю сразу ехать на тот спринт и разбираться. Третий уровень погони у нас есть. Кстати, у нас уже 21 уровень. Если бы мы сейчас прям заехали в гараж, то 21 уровень нам с помощью умножений, ну... достался бы, но я рискую, но делаю, ребят, потому что тому интересно, что это там за плюшки такие, что это будет у нас там за спринт. Так, ну, поехали. Блин, а тачки-то тут заряжены, я тут как самый нищий прям. Блин, реально, это проблема.
Ё-моё, мне бы заправку уже. Это я сильно впечатался, ребят. Блин, ну идти по с этим не прикольно. Где все тачки? Вот, то есть тачки, господи. Ну, я имею в виду нормальные тачки. Пропущен на контрольной точке. Так. Интересно. Нет, ребят, с вашего позволения я бы... А, я и повторить не могу. О, а вот это уже обидно, ребят. Обидно. Чисто случайно точку пропустил и все. И... Да, не догоню. Не догоню, ребят. Ну дай бог. Я бы что-то получил. Хотя что я сейчас получу? Не, догнать я точно. Точно, ребят, не успею. Обидно. Обидно, что нельзя повторить. И посмотрите на мини-карте, сколько копов в городе. Короче, сейчас нас за жопу схватят. Тем это и закончится. И вот и финиш, и приехали мы сюда, да, ни с чем. Хоть что-то дадут. Ну, 2000 репутации. Вместо 8. Блин. Так, вот теперь нам от них бы всех скрыться. Так, я честно, я что-то не понял прикола. То есть, ну что, потом на хвост и просто тебе садится много мусоров, ну в этом типа прикол или что? Но опять же, я, во-первых, не выиграл, ребят, это раз. А два. Походу я уже и приехал. Я же фура, не погоди. И те же на обочину. Уже прям побежал. Не, ребят, сейчас будет арест по-любому. Их много. Я один. И без плюшек. Так, и остался у нас один ремонт, ребят. Ну, не знаю, вряд ли уйдем. В лучшем случае заработаем 21 уровень. И то не факт. По прямой не дают. Не дают уйти. Блин, 4 машины на хвосте, господи. Его добра, я обратно. Вот корвет приехал, все, тут будет сейчас месиво. Они шустрые. Так, ну и сейчас меня кончат. Блин. Все, арест. Хорошо начиналось. 8000 репутации. Вместо 30. Господи. Ладно, 21 уровень. Ай. Ну я так и не понял, где там была жаркая погоня, как они говорили. Води аккуратнее, ладно? Прям жаркого такого, я прям в момент самого
соревнований ничего не обнаружил, ребят. Ну, ладно. Ладно, ребят, пошел я дальше набивать репутацию для прохождения дальнейшего сюжета. И поэтому на сегодня все. С вами был Ломбарди. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч.